Всем привет, дорогие друзья! С вами Юлия Шишкина и добро пожаловать на мой канал. Я вас всех хочу поздравить с наступившим Новым годом. Надеюсь, что вы прекрасно его встретили и сейчас находитесь в прекрасном физическом состоянии, замечательно себя чувствуете и готовы выучить какую-нибудь несложную новую композицию. И мы с вами сегодня разберем вот эту потрясающую тему из «Розовой пантеры», которую вы все знаете, в моей такой несложной аранжировке. И мы с вами погнали! Композицию эту написал Генри Манчини, тот же, кто написал «Мун Рива» из кинофильма «Завтрак у Тиффани». Если хотите ее разобрать, у меня есть разбор, ссылочка сейчас появится где-то сверху. А мы с вами приступим к разбору «Розовой пантеры». И сразу хочу сказать, поставьте, пожалуйста, нам лайк, подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, напишите комментарий, в общем, вы знаете, что нужно делать, это очень поможет продвижению и развитию нашего канала. К этой композиции я напечатала ноты, их можно приобрести в моем нотном магазине, ссылочка будет в описании под этим видео. Ну, а мы с вами начинаем разбор. Итак, начинается все со вступления, и играется вот такой вот потрясающий, красивый аккорд, ля си бемоль ми, во второй октаве, и ми уже в третьей октаве. Он держится два такта, и если помните, там в композиции идет такой ритм, свинг, вот, поэтому если у вас на синтезаторе есть такой ритм, можете включить его, играть под ритм, будет вообще отлично. Если у вас ритма нету, то мы просто держим два такта, вот этот аккорд, раз, два, три, четыре, два, два, три, и четыре, и раз. То есть на 3 и во втором такте у нас начинается уже вот этот ход. Вот. Значит, начинаем с аккорда и на втором такте играем в левой руке вот такой ход, который у нас будет повторяться всю песню. Мы здесь играть будем квинтами. До диез, соль диез, ре ля, ми бемоль, си бемоль, ми си. Смотрите, я здесь сейчас буду для простоты называть это ми бемоль, си бемоль, до диез, соль диез. На самом деле правильнее называть ре диез, ля диез. В общем, есть определенные гармонические законы, я называю так, как проще воспринимать. Итак, вот такие вот у нас квинты по полутонам идут. Я здесь играю вот так, смотрите. Мы пришли вот сюда в ми си, ми, си. Си я держу первым пальцем. И дальше ми внизу, я играю вот так вот правой рукой сверху, для того, чтобы держать вот эту нотку си, у нас вот такой объемный звук тянулся. То есть, смотрите, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз. Два раза. И на третий начинается мелодия. Итак, давайте с правой руки начнем. Я думаю, что все из вас уже эту мелодию в правой руке знают. Ре диез ми, фа диез соль, ре ми, фа соль, до си, ми соль, си ля диез, ля соль ми ре ми. Что играет левая рука? Вот оно, ре ми у нас совпадает. Ми вместе в первой доле. Левая рука будет играть ми, си. Ми. Здесь прям ровные половинки. Раз, два, три, четыре. Си держим первым пальцем. Вот что получается. В левой руке ми, си, ми, си. Два такта, да? Ровные половинки. Раз, два, три, четыре. Два, два, три, четыре. И дальше. Мы синхронно прямо играем. Ми, соль, си, ля. То есть те же самые у нас в левой руке квинты по полутонам идут вниз. То есть мы были в ми, си, да? И дальше идем тарам, тарам. Пришли в до, соль. В правой руке, когда у нас идет мелодия. Ми, соль, си, ля. Она играется одновременно, синхронно, вот с этими квинтами в левой. Ми, соль, си, ля. И смотрите, в левой руке мы играем теперь до, соль. Опять ровные половинки. До, соль, до, соль. Да? Значит, получается. Опять то же самое. Ре, ми, фа, соль. И дальше смотрите.
Мелодия у нас пошла вверх. Соль, си, ми, ре. То есть все то же самое. Ре, ми, фа, соль. Фа, соль, до, си, соль, си, ми, ре, диез. И в левой руке вот сюда мы пришли. Фа, до, ре, ре, ля. У нас первая квинта. И идем по полутонам. Пришли фа, до. И теперь у нас такой же принцип аккомпанемента в левой, только мы играем фа, до, до. Фа, до. Еще раз. И опять то же самое. Как первая фраза. И стоп-тайм дальше. Играем опять наш ход. На ми-си мы останавливаемся. Итак, вот этот вот ход ми, ре, си, ля, соль. Я предлагаю его сыграть синхронно двумя руками. Ми, ре, си, ля, соль, ми. Ми, ре, си, ля, соль, ми. А в левой руке, смотрите, здесь с пальцами такая интересная штука. Я вот играю вот так. Ми, ре. Потом первый вот сюда. Си, ля, соль, ми. И дальше. А в правой руке. Ля, диез, ля, да? Или си бемоль, ля, си, ля, си, ля. И я добавляю еще пятым пальцем нотку ми вместе одновременно с си бемолем. И когда я играю таран, 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 я в левой руке играю до и си. Можно играть не октавами, здесь лучше всего будет звучать вот здесь, вот в этой октаве. До, си. То есть две вот эти вот си, си, ля. Раз, два, три, четыре. На каждую нотку влево. Соль, ми, ре, ми, мы приходим сюда в ми си. Соль, ми, ре, ми, ми. Здесь можно вот так подменить палец и сыграть нижнюю ми, а можно сыграть ми обратно наверх. И дальше. То есть, смотрите, в правой руке мы три раза повторяем вот эту фразу. Соль, ми, ре, ми, ми. Соль, ми, ре, ми, ми. Соль, ми, ре, ми, ми. А в левой руке у нас идет вот этот ход. Сначала вниз, пришли в до, наверх, соль, ми, ре, ми. И заканчиваем просто вот так. И все, и стоп. Вот такая вот мелодия, несложная абсолютно. Давайте резюмируем. Сейчас сыграю вам с самого начала, а от начала и до конца. Друзья, большое спасибо за внимание. Надеюсь, что было доступное, простое объяснение. Кому нужно, кому удобнее по нотам, то приобретайте ноты в нотном магазине. Ссылочка будет в описании под этим видео. Поставьте, пожалуйста, лайк нам, напишите комментарий. Еще раз всех с наступившим и до новых встреч. Пока-пока.